В поселке Матросы Пряжинского района реконструировали колодец. Новое сооружение возвели в петровском стиле. Ремонт провели по инициативе жителей поселка, членов территориального общественного самоуправления «Старые Матросы». Колодцем, который был в изношенном состоянии, пользуется почти весь поселок. И обновить его хотели давно. Петровский стиль оформления выбрали неспроста. В этом году исполнилось 350 лет Петру Первому. Значит, вот здесь всегда проходила дорога, и в те времена, когда Петр Первый существовал, многие историки, в том числе наш историк Пашков, доказывают, что он здесь проезжал не меньше 4 раз. Эскиз подготовил карельский дизайнер и архитектор Александр Ким. Подрядчик выполнил вертикальную планировку площадки, благоустроил окружающую территорию и построил само сооружение. По словам местных жителей, территория поможет привлечь и туристов. Здесь у нас организован памятник основания поселка Матросы, информационный стенд и вот такое строение архитектурное тех времен. То есть, как мы видим, образуется определенный туристический комплекс. Стоимость работ составила более 950 тысяч рублей. Из них 860 тысяч выделили из бюджета республики.